Говоря о хранилищах данных на стороне сервера, нужно также рассказать про то, что есть такая штука, которая называется кэш. Кэш – это хранилище, которое содержит в себе информацию, нужную для сохранения, и возвращаемую всем пользователям без исключения. Допустим, у вас есть какая-то страница, которая показывает новости. На эти новости заходит постоянно огромное количество человек. Для того, чтобы эту страницу с новостями сформировать, нужно зайти в базу данных, подобрать записи с новостями, как-то их преобразовать, пересчитать, ранжировать и показать на странице. Этот процесс может занимать у сервера достаточно большое количество времени. С учетом того, какое количество пользователей к вам приходит, это становится достаточно серьезной проблемой. Для того, чтобы с этой проблемой справиться, можно использовать кэш. Это значит, что единожды сформировав ответ пользователю, можно сохранить этот ответ и отдавать его всем пользователям без исключения до того момента, как мы посчитаем нужным изменить его. Сейчас у меня есть action, который называется cached page. И обычно, ну, это обычный экшен, который не содержит никакого кэша. Для того, чтобы симулировать ситуацию, когда ответ сервера формируется долго, я поставил здесь вот такую директиву, thread sleep, которая указала, что перед ответом нужно задержаться здесь на 5 секунд. Посмотрим, как это работает. Запускается веб-приложение, мы заходим на сайт, заходим в Action и ждем, пока сервер нам ответит. Зашли. Заходим на нее еще раз и ждем, пока сервер ответит. Ответил. Согласитесь, задержка в 5 секунд может раздражать пользователей. Для того, чтобы с этой проблемой справиться, нам нужно повесить атрибут, который занимается кэшированием данных. И поставить длительность, например, 60 секунд. Запустим веб-сайт еще раз. И еще раз зайдем на эту страницу. Поднимается веб-сайт. Мы зашли в Action. И вот мы видим, что кэш работает. Мы открываем страницу. Она не меняется, и сервер никак не реагирует. То есть он реагирует, но экшен не выполняется. По истечении 60 секунд кэш на сервере устареет, и для того, чтобы отдать страницу, ему придется сгенерировать ее еще раз. Ждем 5 секунд. Получили. Эта страница тоже закэшировалась на минуту. Что происходит с точки зрения HTTP?
Мы здесь не наблюдаем никакой активности. Вот сейчас наблюдаем. Вот ответ сервера. Видите, да, запрос возвращается от сервера. Но экшен не выполняется. Помимо длительности хранения кэша, мы можем указать дополнительные параметры. Например, output location. Мы можем выбрать, где кэш будет храниться. Мы можем указать, что кэш хранится на стороне сервера или на стороне клиента. Когда кэш хранится на стороне сервера, сервер сам запоминает ответ, который нужно вернуть. Но мы можем попросить клиента, чтобы он запомнил ответ самостоятельно. В этом случае клиент не будет повторно запрашивать одну и ту же страницу, даже если вы откроете ее в браузере. Давайте посмотрим, как это работает. Как вы видите, запрос на сервер даже не уходит. Это происходит потому, что когда сервер нам в первый раз вернул ответ, он указал нам, когда контент последний раз модифицирован. А также указал Cache Control Private и сказал хранить 60 секунд. Это значит, что ответ, который только что вернулся, будет храниться на стороне клиента 60 секунд, и клиент не должен запрашивать его повторно. Кэш закончился. Мы видим, что клиент еще умеет спрашивать такую штуку, если модифицировано с такого-то момента. Сервер отдает новую версию страницы, которую также просит клиента запомнить. Помимо этих двух параметров, есть еще несколько других, которые позволяют настраивать кэш таким образом, чтобы он запоминался для различных аргументов адресной строки. Допустим, если у вас в адресной строке
есть элемент запроса, который называется ID, допустим, cached page ID равно 1, да, или страница новости номер 5, страница новости номер 6, то указывая этот идентификатор ID в аргументе vary by param, вы скажете, что каждая страница с разным значением этого аргумента должна запоминаться отдельно. Таким образом, если у вас, например, есть 5 разных страниц с новостями, указав вот этот аргумент, вы скажете, что адресам, которые соответствуют разным ID в адресной строке, будет соответствовать разные кэши и разные результаты ответа, которые сервер должен будет отдавать. Вот. Что вам нужно знать про кэш?